Что у вас случилось? Да, спасите, мой брат, он подавился. Так, скорая к вам уже едет. Зайдите ему за спину, используем прием Геймлиха. Нет, не могу. Не бойтесь, я с вами. Нет, я не могу зайти за спину. Мы сиамские близнецы. Так, понятно. Засуньте руку ему в рот и проведите пальцем вниз по горлу, если можете. Не двигайся, Брэд. Что-то есть. Что-то есть. Арахисовое масло. Он подавился арахисовым маслом. Значит, все становится немного сложнее. Скотт, вы там? Все плохо. Он вырубился. Наверное, умер. Если он не дышит, у нас есть еще как минимум 3 минуты. У вас дома есть обычный пылесос? Да. Отлично. Теперь возьмите трубку и засуньте в рот вашего брата. Но не слишком глубоко. Не заденьте зубы. Получилось? Прекрасно. Включайте. Вроде сработало. Он, кажется, дышит. Брэд, ты дышишь?